Фух, наконец-то я сбежал от родителей, и теперь я... Вот ты и попался. А, ну, живо подметай всю кухню. Ладно, я все сделаю. Вот это папа-босс. И чтоб ни одной пылинки здесь не осталось. Заканчивай тут и быстро делать уроки, я сказала. Нужно срочно бежать в комнату. Лёня сейчас придет. Равные фигуры имеют рав... Лёнь? Владус? Я уж думал, ты сюда вместе с мамой зайдешь, поэтому я сижу и учу уроки тоже. Нам нужно сбегать отсюда. Так а как мы сбежим, Лёнь? Тут жить не вариант. Нужно придумать какой-то интересный способ. Тихо. Чего? Дорогой, вынеси мусор. Я занят. Я сказала, сейчас же. Ладно. Дай мне 5 минут, досмотрю свое любимое шоу. 5 минут. Время пошло. Надеюсь, за 5 минут они успеют. Опан, Гангнам Стайл. Я пока приму душ. Владус, нам нужно спрятаться в мусорном баке. Время пошло. Чего? В каком мусорном баке, Лёнь? Я туда не полезу. Только так мы сможем сбежать. Нет. Это наш единственный шанс, понимаешь? Пошли. Мусорный бак здесь, Владус. Лёнь, это худшая идея. Делов-то на минуту. Залезли, а на улице вылезли. Проще простого. Ты готов? Нет, я не готов залезать в мусорный бак. Еще раз тебе повторю. Давай что-нибудь другое придумаем. Там выберемся через окна. Давай, камеру рукой закрывай, они не должны этого видеть. Ребят, это позорище. Ладно, у вас есть целых 30 секунд подписаться, пока мы будем залезать в мусорный бак. Лёнь, вот быстрее, если это не сработает, быстрее. Я тебя... Давай, полезай уже. Капец, тут тесно. Еще и воняет. Получилось. Тут куча отходов. Кажется, мне что-то в рот попало. Все, закрывай бак. Это сырок вчерашний. Дорогой, время вышло. Да иду я, иду! Этот мусор, терпеть не могу выкидывать мусор. Где он там, этот вонючий бак? О, господи, что ж в него такого набросали-то? Там что, мыши сдохли? Стоп. Вонючим шоколадом воняет, прям как наш сын. Ладно, заберу я его. Фу. Да терпеть бы до мусорки-то. Чувствуешь, да? Равновесие теряется. Это значит, что он нас куда-то несет. Но в мусорном баке, конечно, мне до сих пор находиться не нравится. Так прикольно! Как в батутном центре. Какой еще батутный центр, Лёнь? Ты чего? С ума сошел? Это просто горы мусора. Сейчас он нас донесет. Лёнь, кажется, мы на месте! Вылазывай! Что? Вылупляйся! Чего? Выход делай, выход! Ты хотел сказать вылазь? Да! Ладно, наверх. Бегом. А я? Открывай! Стоп, где это мы? Подожди! Мы что, все еще дома? Ты как? Как у тебя отец не мог донести мусор на улицу? Лёнь. Почему я грязный? А ты нет. Видимо, к тебе больше липнет. Он что, мусор не выкинул, а? Ему же сказали выбросить, а не принести мусор на проход. Ой, я забрал мусор, случайно, Лёнь. Бегом, давай. Проверю, учат ли эти балбесы уроки. Объем куба с ребром 1 миллиметр называют кубическими. Учите, да? Ну, смотрите, у меня... кого там занесло? Фух, Лёнь, чуть не спалились. А кого там занесло? Я, если честно, не знаю. Мы никого не ждали. Стопэ! Здравствуйте, я пришел за шкафом. С пистолетом? Да, для безопасности. Я хочу купить у вас шкаф по объявлению. Он у меня в комнате, сейчас вынесу его. Лёнь! Побежали в шкаф! Но я не это имел в виду, погоди, стой! Какой шкаф, ты чё? Так, тихо, мимо бати нужно пройти. Ты чё, передо мной двери только что закрыл, зараза шоколадная? Запрыгивай! Я тебе сейчас как запрыгну! Еще раз так сделаешь, получишь мечом, ясно? Запрыгивай, говорю! Теперь одной шкаф тащить? Так, а зачем мы его вообще продаем? Ну чё там, долго еще ждать? Держите шкаф. Спасибо. Всего вам доброго! Даже не попрощалась! Безобразие! Просто чуть-чуть потерпи, Лёнь. Что это стучит-то? Ну, вот сюда я этот шкаф и поставлю. Все, крутяк! Осталось еще кое-что. Наконец, свобода! Стоп! Решетка? Лёнь, ты подожди, еще не все потеряно. У меня вообще-то есть кирка, мы сможем отсюда выбраться. В тюрьме шкаф, кто в тюрьму шкаф ставит? Стоп, копай. Да сейчас раскопаю, просто интересно, где мы вообще находимся.
Стоп! Лёнь, смотри, портал! Он наверняка как раз-таки ведет на свободу. Пойдем? Пойдем! Ну вот, я уж думал, мы никогда не выберемся с этого дурдома. Лёнь, ну что же? Стоп! Подожди! Обратно. Это чего было сейчас только что? 3, 2... Да чего ты считаешь? 1... Тихо, 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 стой, стой, стой. Мы сейчас придумаем, как отсюда сбежать. Это была подстава явно. Самый тупой побег в мире. Подожди, Лёнь, у меня есть другая идея. Пойдем-ка за мной, там же под кроватью был ключ. У меня нет вообще идеи, как сбежать с этого дома. Шш, тихо, иначе отвлечешь папу от просмотра Among Us. Пойдем-ка скорее. Стоп, ты сказал про ключ, где ключ? Лёнь, он был под этой кроватью. Главное сейчас... Стоп. А что, его здесь нет? Кажется, у меня есть план. Даже не думай. Вот ты скажи, ты действительно искренне думаешь, что это сработает? Надевай парик. Лёнь, ну не смеши. Отец твой точно не поверит. Ладно, ладно, хорошо, я сделаю это. Только не подглядывайте, ладно? Ё-моё. Да нормально ты выглядишь. Хорошо, я сейчас попробую. Но уверен, это не сработает. Ладно, сейчас его нужно отвлечь от этого просмотра. Ой, нужно голос-то поменять как-то. Дорогой, я собралась с подружками погулять. Что? Нет. Но почему? Ой, в смысле... Ну почему? Поцелуешь, пойдешь. Фу! Я ж сказал, что это не сработает! Не в настроении, что ли? Опа, Гангнам Стайл! Бред какой-то! Чего так уставился? Ах так? Я снимаю костюм, теперь его ты надеваешь. Не надо! Потихоньку вылазим из комнаты, Лёнь! За что? За все хорошее. Пойдем, у меня есть способ, как мы отсюда сбежим. Какое? Для начала мы тихонько выломаем здесь блоки. Дальше мы проберемся сквозь стены, не затрагивая эту шумную дверь. И... Работает. Ты где мозги потерял? Не поняла. Это еще что такое? Кто здесь балуется? Ой, машина, точно. Дорогой, съезди за продуктами. Сделай то, сделай это. Не дают посмотреть мою любимую передачу. Ладно, стартуем. Лёнь, сейчас держись крепко. Держусь, Владус, держусь. Тут просто нереально тесно. Лёнь, еще немного, и мы приедем. Что? Погоди, что? Холод открылось. Лёнь, смотри, там свобода. Кажется, пора вылазить, Лёнь. Да? Вылазим. Ага. Попробуйте. Самое время подписаться на канал. Самое время проучить вас.